на трассе Краснодар-Кропоткин, не доезжая Белийского кольца, на мосту столкнулось сразу несколько фур. Ну, виновник предварительно говорит, что это автомобиль почтовой связи, который выехал на встречную и столкнулся лоб в лоб. В общей сложности замешано в аварии 4 фуры. Подробности полностью будут потом выложены на YouTube. В общем, предварительно там 2 трупа, один